Получается, сейчас, ребята, как надо выходить именно фуру и как надо водить, я вам покажу. Выходим. Открываем дверь. Итак, вниз. Три ступеньки. Значит, получается, раз, руки держим, видите, именно подручник есть. Держим, выходим. Обувь надо, оказывается, оставлять здесь. Значит, получается, обувь оставляем здесь, видите, уже, когда дверь закрываете, обувь остается. И удобно вам. И закрываем дверь. Так, вот сели на грузовой автомобиль, значит, получается, удобно. Сиденье автоматически под вас настраивается. И руль. Руль, значит, надо настроить как? Под себя. Сейчас вот рычаг. Сейчас вам я вам рычаг покажу. Так, видите, вон. Сейчас, минутку. Вот он, рычаг, нажимаем ногой. Нажимаем. И руль под себя, значит, настраиваем. Вот так, значит, можно вверх, можно вниз. И так, видите, она двигается. Вот так удобно. Построили, рычаг отпускаем. Она уже зафиксировалась, видите? Направо, налево. Вот он сбоку, я сейчас покажу вам. Вот нажимаю рычаг, вот так, значит, руль можно настроить под себя. Вот так настраивайте, удобно. Настроили, сели. Так, зеркало заднего вида нормально. Тут два зеркала заднего вида. Видите, один сверху большой, почти полметра. Другой нижний, значит, получается, верхний видите как бы дорогу, а нижний, значит, получается, нижняя часть автомобиля, вот что-то там под колеса. Тут еще один зеркало, видите, именно перед автомобилем, вот он. Значит, получается, что творится впереди, вот с помощью этого зеркала можно увидеть. Теперь боковое зеркало, тоже два вида. Значит, видите, там сверху, вы видите, как задняя часть машины, это нижний. За нижняя часть машины. И плюс еще тут один зеркало. Сейчас я вам покажу. Так, видите, вот еще один зеркало. Значит, нижняя часть автомобиля. Вот с помощью этого зеркала можно, как сказать, увидеть, что там внизу творится. Машина большая, длинная, огромная, поэтому надо именно зеркал побольше. Теперь это у нас автомат-коробка. Только две педали. Значит, тут нету никакой педали, только регулировка руля. Значит, две педали. Правый газ, левый тормоз. Так, дальше. Это ручной тормоз. Так, ручной тормоз. Так, еще что там? Поворотники направо, налево. Так, фары. Регулировка, моргание. Можно фары здесь тоже переключить, видите? Ноль, ближний. Так, габаритный, ближний, дальний. Значит, получается, габаритный, ближний, дальний. Именно эти фары, как сказать, регулируете. Вверх, вниз, аварийка, печка. Закрываете, открываете. Так, ручной тормоз. Так, еще. Тут даже есть кондиционер. Кондиционер. Так, значит, видите, на легковых автомобилях то же самое. Значит, получается, на лицо, ногу, на лицо, на лобовой, на ногу только, на ногу лицо, так вы будете регулировать. Так, это тормоза, значит, получается, прицепа в горный режим, специальный, как сказать, противобуксовочная система. Так, дальше идет, значит, получается, сейчас ключи крутим. Вот у нас панели приборов, вот, все такое. Значит, потихоньку объясняю, значит, получается, это у нас спидометр, с какой скоростью двигаетесь, тахометр. Так, две тормоза, видите, на, как сказать, механический и на прицеп тормоза. Два вида, значит, получается, тут с помощью воздуха набирается. Это у нас бензин в баке, сколько, солярка, то есть, у них солярка бывает. Так, наручники стоит, значит, получается, ремень не пристегнут. Это, получается, движение запрещается. Пока вы не сделаете, она не заведется. Так, дальше идем. Температура двигателя.
Вот у нас температура двигателя. Это у нас масло, уровень масла. Так, это получается турбодвигатель у них. Получается, как он работает, турбодвигатель. Это аккумулятор, значит, получается, генератор дает только или не дает. Это у нас чек. Двигатель какой-то, датчик не работает, пока она не двигается. Значит, получается, пока стоит, общий пробег. И все показывает. Значит, получается, АБС, тормозная система. Вот эти, как сказать, датчики. Так, у нас этот стеклоочиститель. Тут у нас, видите, вот так, стеклоочиститель. Это у нас автомат-коробка. Так, получается, регулируется с помощью вот этого рычага. Сейчас я вам покажу. Вот у нас. Так, механика, автомат, нейтральная. И задняя передача. Парковка, нейтральная, автомат, механика. R как бы задняя передача. С помощью этого рычага вот так, значит, кнопку нажимаете и переключаете. Вверх, вниз. С помощью тормоза нажимаем и переключаем. Пока тормоз не нажмете, значит, она не переключится. Видите? Вот так. R, N. Механика. Вот так, значит, надо переключить. Так, в основном вот это. Теперь покажу я вам, как сказать, для водителя. Вот это, значит, получается сиденье. Значит, тут двойное сиденье, это спускается, и можно спать именно на этом автомобиле. Так, на этом все. На сегодня заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания. До следующих роликов. До свидания.